Каролина Ануфриева уже 3 года работает в военном комиссариате города Кинель. Рассказывает, что минувший год на работе выдался самым сложным. Но девушка признается, дополнительная нагрузка и ответственность только мотивирует выполнять свои должностные обязанности на все 100%. За что и получила памятный знак «За служение людям». Это был сложный период для нас. Ночевали почти на работе. Мотивирует, конечно. Да, то есть помогаем родине, это ответственно. Вручали специалистам не только региональные памятные знаки, но и правительственные медали и ордена. Награды в преддверии 105-й годовщины с момента создания в стране первых окружных комиссариатов по военным делам вручал вице-губернатор Самарской области Юрий Рожин. На вас лежит особая ответственность. Вы первый эшелон формирования обороноспособности нашей страны. Последний год на каждый военкомат легла серьезнейшая нагрузка по взаимодействию с органами исполнительной власти, муниципалитетами, ведомствами. И мы, глядя на вас, хотим сказать вам огромное спасибо за то, что подходите к этой работе неформально, прилагая все силы и в первую очередь силы души. Также для сотрудников военкоматов подготовили праздничный концерт с любимыми песнями, танцевальными номерами и показательными выступлениями от кадетов. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.